Тем более я сегодня записала для курса урок по грибу псилоцибе, между прочим. Вот. Я лично считаю, что грибы психоделические, они вслед за учеными-микологами, между прочим, я так считаю. Микологи изучают грибы, точно знаю. Они не вредят здоровью человека и не разрушают психику. А в отличие от некоторых других, от того, что называется наркотиками, несмотря на то, что псилоцибе включено в список наркотических веществ в России, я вас уверяю, что для здоровья этот гриб не вреден абсолютно. Вот. Поэтому я сегодня записала по нему очень интересный урок, и он будет в курсе 100 главных трав Руси. Я думаю, некоторые купили бы курс только ради этого урока. Урок очень интересный и довольно длинный, много сведений о том, как лечить разные заболевания, в том числе и зависимости при помощи псилоцибина. Вот так вот. Но знаете, продавать и передавать его кому-нибудь запрещено законом. Так что лечащийся да исцелится сам. Пойдет он в поле и в лес, сорвет себе грибочек и сам себя излечит. Пока мы скажем так. А все остальное внутри курса.